Всем доброго времени суток, сегодня у нас 18 сентября, канал Изимани. Данное видео хочу посвятить очередной раз теме Амазона, но немножко нестандартно. Почитал я много чатов, послушал много людей и хотел записать несколько видео в тематики, связанные с различными курсами, потому что огромное количество вопросов возникает, связанные надо курсы, не надо, полезно, не полезно. Мнение огромное количество. У меня, в принципе, собственно, мнение сложилось. В принципе, потому что я многие курсы видел. Не все, естественно, но, в принципе, особо-то это не интересно. Потому что, ну, для себя я особого смысла в этом не вижу. Но, естественно, люди разные. Информация нужна разная, деньги вкладывают разные. И опять же, мнение у всех разное. В связи с этим я хотел видео записать сначала, свое мнение высказать по этому поводу. Ну, в принципе, кто ко мне обращается, я честно, как сам считаю, так и говорю. Вот, у меня нет особого позитивного отношения к этому, нет негативного отношения. Ну, какое-то такое нейтральное. То есть, есть желание деньги вложить, ну, почему нет? То есть у всех свой подход. Ну, в этом не смысл. Смысл в том, что предлагаю всем тем, кто проходил курсы реально, то есть которые там проходили, не буду рекламировать ничьи курсы, связанные с Амазоном, связанные с дропшиппингом, связанные с приват-лейблом. Я думаю, все понимают. Есть у нас лидеры на рынке, есть, там, не знаю, аутсайдеры, или которые там немного курсы ведут. Но смысл в том, что хотелось бы, думаю, многим очень услышать реально объективные отзывы. Можно по скайпу поговорить прям, то есть и рассказать реально отзывы там коротенькие, длинные. То есть все могут рассказать всю свою историю. В принципе, не знаю, интересно это кому, не интересно, но мне кажется, есть люди, которым особенно, ну не то что довольны, недовольны, но я вот недавно в чате читал, человек просто кинули, грубо говоря, деньги взяли, научить ничему не научили. То есть если люди не выполняет свои обязательства, мне кажется, надо об этом сказать, что, по крайней мере, другие не учились. Ну и, опять же, тут преподаватель, я думаю, 10 раз подумает об этом в следующий раз, кидать вас или кидать, там, грубо говоря, других людей. Вот. И хотелось бы услышать реальные отзывы и положительные. Абсолютно не имеет значения. Главное, чтобы человек реально эти курсы проходил, оплачивал и получил какой-то результат. То есть не то, что он там, как нам рассказывает, что неудачность в запуске проекта зависит от ленивый человек или не ленивый, там, каким-то своим критериям. А здесь конкретно человек может рассказать без каких-либо, так скажем, ограничений про конкретно любой курс, про то, что, где он обучался, как обучался, свою историю, так скажем. То есть как такое направление, просто предлагаю, если кому-то это интересно, почему бы и нет. Еще раз говорю, это будет очень, думаю, полезно тем, кто находится в состоянии выбора, проходить ему курс, не проходить, и какой конкретно, и понять вообще формат этих курсов, как они проходят. Вот. А человек может именно высказать свое мнение, эмоции, там, я не знаю, опять же, отрекламировать, действительно сказать по чесноку, там, я такой-то, такой-то. Потому что соврать, в принципе, не получится. В этом курсе проходили реальные люди с реальными, естественно, никами. И если человек скажет, я проходил там в таком-то потоке, такого числа, там, Вася Пупкин, естественно, те, кто там проходил, будут знать и также отпишутся в комментариях, что такого человека и не было, по большому счету. Так что, я думаю, должно быть более-менее интересно некоторым людям, особенно тем, которых реально обманули, мне кажется, потому что злободневная тема из-за того, что курсов разводится по обучению огромное количество. Помимо курсов есть огромное количество людей, которые как бы подрабатывают этим делом, делают какие-то консультации за деньги. Ну, то есть все понимают. Хотелось бы просто иметь объективные обзоры, объективные оценки конкретных обучальщиков, будем так называть. Так что пишите в личку, я предлагаю формат, это общение там по скайпу, по вайберу, неважно, там, видео или просто аудиозвук, но было бы интересно, мне кажется. Потому что вопрос вот мне пишут и спрашивают огромное количество, да, да, нет, нет, и так далее, и так далее. Так что вот такое вот видео. Подписан канал, вступайте в группу ВКонтакте.
Всем удачи, всем пока.